Последствия выброса аммиака в систему водоснабжения Крыма полностью устранены. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Подробности он озвучил на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя. Был выплеск сильной аммиака в связи с крохотуличными запасами воды в Симферопольском водохранилище. Но наши технологи, наши химики отработали этот вопрос. Включили мы режим угливания, привезли с межгорного водохранилища наши запасы угля, поменяли схему очистки, ну не принципиально. По словам Владимира Баженова, даже в самом пике выброса доля аммиака в подаваемой воде не превышала установленные законодательством нормы.